Эй, ребятки, всем привет! У нас тут маленькая перестройка в огороде, поэтому не удивляйтесь, что бардак. Одним словом, переделываем грядки. Муж затеял грядки переделать. Если видели, в прошлом году у нас были камни. У нас были вот эти вот камушки засыпаны. А теперь между грядок. Муж решил вот так вот это сейчас сделать. Убрать, то есть, камушки и выложить плиточку намного аккуратнее. Это все выглядит очень красиво. Я уже вот тут кое-что посадила. Хотя боюсь, что морозы могут испортить. Так, ну тут у нас перекопы, одним словом. Смотрите, тут у меня растет чеснок. В прошлом году посадила. Но будет смотреться ничего, в принципе, да, огородик? Ну, такой маленький репортажик на нашем рабочем огородном участке.